Алло, ма, привет. Привет. Привет, ма, это я. Ты узнала? Ма, давай, где? Я на территории Украины, короче, попал в плен. Со мной все хорошо. Что? Говорю, на территории Украины попал в плен. Сколько там в плен? Подожди. Ну, вот так. Ма, со мной... Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Со мной хорошо обращаются, не переживай за меня. Что? Со мной хорошо обращаются, за меня не переживай. Ты должна найти, связаться с частью, с моей. Запиши куда-нибудь. Сейчас номер части, да не позвоню. Что сказать? Скажи, что такой-то попал в плен на территорию Украины. Когда нас отправляли, нам сказали, то, что мы едем как миротворцы на территорию ДНР и ЛНР. По факту сейчас развязалась война. То есть мы в роли агрессора выступаем. Тут бомбят города жестко, поэтому имей в виду там и распространи это, если можешь. Я Петрук Антон Андреевич. Число, месяц, год рождения. 5.07.2000. Где служите? На какой должности? Часть, войсковая часть 91-706, 150-я дивизия, со 2-й полк. Должность старший снайпер, звание рядовой. Как оказались на территории Украины? Находились на учениях на полигоне Кузьминском. Через где-то примерно 2 недели. Потом нас собрали, отправили ближе к границе. Сказали, что будем стоять на границе. Потом внезапно мы перешли ее ночью. Проехали дальше. Стали в какой-то деревне. Выбора не было. Если отказались бы уже, когда перешли за границу, ехать воевать, у нас был типа измена родине. Mm-hmm. Могли посадить от 15 до 25, плюс невыполнение приказа. Еще дополнительный срок. Это почти вся жизнь. Как вам бандеровцы относятся? Нормально. Хорошо. Даже сказал, лучше, чем свои. Дома мама ждет? Мама дома ждет. Что маме хотите сказать? Мама, жди меня, я вернусь.